30 апреля 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели важными узлами дорог в северо-западной части Померании в Мекленбурге. Войска фронта взяли в плен более 1500 немецких солдат и офицеров, захватили 27 самолетов и 55 полевых орудий. Севернее Берлина войска 1-го Белорусского фронта с боями заняли 8 крупных населенных пунктов. В Берлине войска фронта, продолжая вести уличные бои в центре города, овладели зданием германского Рейхстага, на котором водрузили Знамя Победы. Нашими войсками также заняты главный почтамт, Министерство внутренних дел и до 200 кварталов центральной части города. За 30 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.